Друзья, всем здравствуйте, всем доброе утро. У меня сегодня с утра приступ Золушки. Все, встала утром, забросила стирку белья в машину и начала все чистить, вымывать унитаз, раковину. За кухню вот взялась, потому что летом крутила, мариновала. Особо внимания вообще ноль на уборку у меня было, лишь бы скорее все закрутки сделать. Так, после себя помыла, а так, чтобы досконально... Ничего не чистила, и вот сегодня у меня такое утро. В общем, поймала приступ Золушки я. Осталось вот мне помыть, где у меня тут хранятся ножи, ложки, эти ножницы, емкость и все. Сейчас я домою, доубираюсь и пойду сажать лук и чеснок. У нас идет похолодание, поэтому надо посадить, я думаю, уже пора. Вот, такая у меня сегодня была прям работа, забота. Валера повезет один Веронику в школу, а я буду заниматься посадками в огороде. Так, в общем, все закончила, все намыла, все убрала, все перемыла. Здесь у меня лук, чеснок, вот. Чего? Так, вот я что здесь купила? Радар, килограмм 350 рублей. Это красный у меня будет, Барон. Сок. А это? А это, сейчас посмотрим, Геркулес по 330 рублей килограмм. Так, это тоже 330 рублей, этот красный, салатный. Это и... красный салат, да? Да, это салатики, очень вкусно добавлять. А этот... это чесночок. Да. И вот бабушке еще надо будет вот эти верхние все зубочки... Обрезать. Зубочки отделить аккуратненько. Обрезать чуть-чуть. Обрезать не надо. Отделить аккуратно и будет сажать бабушка сегодня. Ты с дедушкой поедешь одна в школу. Бабушка не поедет с вами сегодня в школу. Буду заниматься вот, видишь, посадками. Это... Давай я тебе тюльпанчик красный нарисую. Хорошо? А я сама. Ой, еще и тюльпаны надо бабушке посадить в вазу, в теплице. Чтобы потом весной они рано-рано распустились. Вот тюльпанчик бабушка уже нарисовала. Видишь? А че так быстро? Быстро. Бабушке все надо быстро. Бабушка делает все быстро. Мне некогда сидеть. Давай зеленым разукрасим листочки. А ты чего будешь рисовать? О, зеленый-то уже у нас все. Нет, вот. Закончился. Ты руки только перед школой вымой. У тебя руки уже все в фломастера грязные. Аккуратно только смотри. Не выпачкай. О, вот зелененький. Да. Там в дорожку следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках. Ты без окон, без дверей. Панчик, да. В общем, ты рисуй, а я буду заниматься чесноком пока. Да. В эту субботу уже у нас обещают дождь со снегом. Так что все. Бегом надо бежать сажать чеснок. Нет, в субботу. Сегодня еще только... Понедельник у нас. В субботу будет снег? Да, выпадет, наверное, первый снег уже. Мам, бабушка, ну, подними меня, как я буду такая в субботу. Смотри, бабушка, я такая буду в субботу. Ноябрь? Как? Или октябрь? Еще октябрь идет, да? Сейчас еще октябрь. А потом будет ноябрь. Потом будет ноябрь, да. А когда? Когда? Когда октябрь закончится? На следующий понедельник. Да?
Не знаю, иди на календаре посмотри, когда там октябрь заканчивается. Все, начистила я лучка. Ой, чесночка. Бабушка, давай я напишу октября. Давай, пиши. Октября. Потом не хватит еще на лущу еще, если не хватит. Ну давай, Веронюль, все. Хороших тебе оценок. Пока. Пока. Донесешь сама или помочь? Второй класс, а сумок, мама дорогая. Ужас один, бедные дети. Валера, возьми у нее портфель. Пока. Пока. Хороших тебе оценок. Сейчас дедушка пристегнет ремень тебе, не переживай. Все, школьницу отправила. Сейчас одеваюсь потеплее. На улице ветер прохладный. Иду сажать чеснок и лук. Купила еще, вот посоветовала мне продавец, у кого я лук покупала, удобрение Ава. Кристаллики такие, вот видите, минеральные. Говорит, добавишь и 3 года ничего не добавляй. Вот лук отменный. Ава называется. Пишите, девочки, мальчики, в комментариях, кто добавлял такое. Это пролонгированного действия, как осмокот. Осмокот-то я добавляла, мне нравится. А вот Ава ни раз не добавляла. Вот попробую. Сегодня прям такой ветерочек хороший дует. Петуньки вон мотает во все стороны. Но все равно делать нужно. Ничего не поделаешь. На погоду уже смотреть не смотрим. Все цветет. Глаз радует. Гортензия, видите, какая коричневая стала. Потому что холодно уже ночью. Плюс 2 всего у нас. Приятный такой ветерочек дует. Все, начинаю я работать. Листочков иду дать курочкам. Пойдемте, люлики-малюлики. А те не найдут. Где же тут чего? И выходите сюда. И они все выходят. Кыш. Ну что, вот я нарезала бороздки, начинаю сажать понемножку сразу. Лук хороший, замачивать не буду. Так, тут подписала, какой у меня первый ряд будет. Второй ряд будет морковь на второй грядке. И потом геркулес, и 4-й ряд красный. Сейчас буду раскладывать. Ну, где-то бороздки, наверное, сантиметров. Сколько вот здесь вот? Спичечный коробок, наверное, у меня высотой. И вот не давлю донце, так вот прям не впихиваю, а просто вот слегка вот так раз, и вот кристаллинку рядышком, может 2, в общем, как получится. Главное не перепутать верх и корешочек с верхом, главное не перепутать. Ну, вот эту вот, вот этот килограмм мне надо распределить вот на эту вот всю грядку. Ну вот, я 3 рядочка уже газанула. Сейчас, ух, а ветер какой поднялся сильный. Сейчас быстренько дальше буду сажать. Ну а в зиму мы обычно опилками и иглишником накрываем. В этом году, наверное, вон срезанными всеми цветами. Цветов много, петуни много. Вот позамерзнет все и понакрываю все цветами. Все, здесь тоже сейчас закрою. Так аккуратненько. Потихеньку. Чтобы не выковырить лучок. Вот так вот. Слава Богу, я с лучком разобралась. Остался там у меня вот прям 3 штучки тыкнуть красненького, и все, и посыпушечкой посыпать. И выдвигаюсь так уже на чеснок. Немножко у меня тут осталось, правда, красненького, но ничего страшного. В теплице я его воткну, да и все.
С лучком разобралась. Беленького вообще практически ничего не осталось. Только вот здесь немножко осталось. Посыпочки, еще один пакетик. И вот немножко. Вот такой пакетик 50 рублей. Ну тут много. Вот мне на все практически хватило. На 3 грядки лука. И еще хватит и на чеснок. Вот этим вот добром, когда уже совсем замерзнет, и прикроем лучок с чесночком. Видите, сколько тут можно утеплить грядок. И здесь вот еще много у меня цветов тоже померзнет, так что будет чем укрыть. Ой, ну африканская ромашка, вы посмотрите-то, какая красоточка цветет, как красиво она сейчас. Вот еще укрывной материал будет на грядки, на лук, на чеснок. И вот эта вот красота тоже вся померзнет скоро, так что будет чем укрыть. Повезло мне с погодкой. Прям вот-вот уже начинается дождик. Но я, слава богу, все успела посадить. Просеяла золу. Какая разлетелась, какая на грядке осела. Потыкала. Сейчас рассыпала эту посыпушечку. Кристаллики синенькие. И все. И сейчас забороню. На этом сегодняшний день у меня заканчивается. Посадила уже, чтобы не думалось. А то думаю, переживаю. Надо посадить, надо посадить. С погодкой повезло. Сейчас вот тоже начал накрапывать дождик. Вот и дождик пошел. Ну, слава богу, все посадила. В общем, бабушка Галя сегодня разошлась. 3 грядки лука вальнула и грядку чеснока. Все, на этом всем пока-пока. До свидания. Пусть всех нас хранит Господь.